Всем привет, Infinity by Елкин Кушадасы. Я вам хочу, дорогие друзья, показать сейчас немножко территорию, как мы пойдем на пляж. Вот мы позавтракали, закончился наш завтрак. Мы вышли из ресторана. И сейчас я вам покажу путь. Отель находится на высокой возвышенности, можно сказать, на горах. Несколько уровней, и меня спасает то, что здесь есть лифт. Конечно, ходить по ступеням каждый раз мы не каждый сможет, да, у кого колени, у кого что. А хорошо, что работает лифт, и это очень спасает, что можно спуститься на пирс, на пляж. Вот такие вот балкончики уже мы идем. Мимо них, посмотрите, какие красивые пальмы, какие они развесистые. Мне почему-то они напоминают как бы абхазские даже пальмы. И они тоже на горе. Вот такая вот бурная растительность. Очень красиво. Дорогие друзья, просто фантастика. Просто фантастика. Пляж не только с пирса, не только с лестницы. Также есть пологий заход для деток, песчаный. Мы просто не пользуемся им. Я не люблю, когда песок потом на ногах остается, в купальник забивается. Но, ребята, какие красивые пальмы. Ой, боже, боже. Какая красота. Какие красивые пальмы. Все время моют, убирают. Сервис очень хороший. В ресторане также предлагают всегда принести чай, кофе, пиво, вино. И вот здесь лифт. Можно пойти по лестнице, спускаться на пляж. Но я предпочитаю вот пойти на лифте. Вот такая лестница, сейчас вы увидите. Вот наш лифт. Лифт прямо на море пойдет. Нажимаю кнопочку. Двери закрываются. Я сейчас сразу же буду выходить направо, чтобы выбрать себе место на пирсе. А потом пройдусь налево и покажу вам поподробнее песчаный. Вот мы вышли из лифта, здесь для деток песчаная полоса. Мелкий такой, пологий будет заход. А я предпочитаю, ну мы с Семенчиком предпочитаем на лежаках вот по лестнице спускаться в воду. И вот наши пальмы. Вот так они снизу выглядят. Вот лифт. И вот пальмы, они все время как бы на горе, на горе, на горе. Несколько уровней растут. Вот вы видите, сейчас примерно 8:40 утра. Лежаков свободных очень много. И в любое время вы их найдете. Ну, во втором, в третьем ряду от воды. Первый ряд, конечно, уже прибежали, полотенцами закрыли. Но в любом случае, второй, третий ряд вы всегда найдете. И вот здесь будет днем открыт посредине пляжа бар. Напитки, мороженое сюда тоже выносят. Лепешки газлиме здесь будут печь. Ну и просто приятно посидеть с напитком прямо у воды. То есть здесь получается как бы обрыв. Так, ну смотрим. Вот здесь мои любимые места. О, солнышко из-за города Кушадасы будет выходить. Поэтому вот эта часть пляжа уже освещена солнышком.
А там, где мы прошли, там туда еще не дошло. Ну, вот здесь я вижу ряды, первые зонтики. Свободны. Ближе которые к бару. Вот меня это вполне устраивает. Вот здесь я возьму, поставлю свою сумочку. И пойду вам еще покажу. Вот второй ряд, все свободно. Ребята, вот такие вот есть еще бунгало, кабана, кабины. Кабана VIP 2, не знаю, сколько они стоят. Вчера кто-то арендовал. Вот еще парочка мест. Здесь свободные. Ну, я уже выбрала. И вот здесь у нас амфитеатра нет, как мы привыкли видеть в Анталии. А здесь у нас просто большая сцена, стульчики. И вечером здесь мини-диск, но он начинается очень поздно. В 9 вечера Семен уже спит, в это время мы не пошли. И вот наши пальмочки. Наш номер находится дальше, за вот этой сценой. И туда я уже пройти, скорее всего, не смогу. Вот там, где сейчас я подойду, покажу вам желтые зонтики. Это уже принадлежит городу Кушадасы. Там караоке вечером проходит, тоже пляж. И наш номер, как вот вам, наш номер где-то вот здесь вот будет наш номер. То есть выходит вот сюда на сцену, но нам не мешала музыка, скажу честно. Музыка, ребята, нам не мешала. Вот уже плавают, уже заполняется городской пляж, турки приходят. Ladies Beach называется городской турецкий пляж. Город я отдельно вам покажу. Море потрясающее. Море просто фантастика. Тут Эгейское море, мне кажется, несравнимо ни с чем по чистоте. Для меня оно не такое соленое, как Средиземное. Хотя многие источники утверждают, что Средиземное менее соленое. Но я предпочитаю Эгейское. Не знаю, видно вам или нет, вот сейчас очень много мелких рыб плывет. И также здесь очень много крупных рыб. Вчера, когда я плавала на буйке подальше, со мной рядом плыли две рыбы, и они открыли рты и высунули свои головы из воды. И они так долго-долго вдвоем плыли. Я их отгоняла, плескала на них, но они не кусались, они просто плыли рядом со мной. Причем их головы торчали на поверхности. Меня вот это смущало, что я не одна, а меня сопровождают какие-то рыбы большие. Ну, ко мне они не подплывали, поэтому меня это нисколько не смущало. Люблю утреннее море, сейчас тоже пойду поплавать. Чистейшая, прекрасная вода. Но я вам обещала дойти до песчаного пляжа, поэтому сейчас мы пойдем посмотрим еще. Для детей, где мелкий песчаный пляж. Я раскрыла зонтик. Вот наши полотенчики положила. И все, здесь уже еще один зонтик. И как бы заканчивается наш пляж. А наверху ресторан. Главный ресторан, вот этот купол, вы видите. Здесь мы только что позавтракали. Еще я хочу обратить ваше внимание, что я иду сейчас не по деревяшкам. И здесь мы ходим босиком. Занос не будет точно. Днем мы бегаем здесь босичком. Это такой пластик, видимо, под дерево. Вот такой пол сделан. Так, ну что, идем. Смотрите, друзья, вот солнце у меня как бы справа, сзади. Вот я сейчас смотрю, вот там уже, видите, солнечно. Тень даже видно, граница. Оно будет подниматься выше справа. И уходить оно будет
Закат вот, ну, мне кажется, где-то вот в этом районе будет потом закат. И часа через два, вот где я стою, уже будет все освещено лучами солнышка. А пока здесь темнота. Но людям здесь нравится. Вот они тоже уже утром все заняли. Вот еще лестница здесь одна. То есть получилось у нас две лестницы для входа в море. И на песчаный пляж. И там различные акваразвлечения. Тоже вам покажу. Вот до лифта опять я дохожу. Вот Семен бежит ко мне. Садится в лифт, машет наверху. Видите? Вот видно вам, не видно? Вот посмотрите, вот он наверху. Сейчас он сядет в лифт и спустится вниз. Видите, своевременно все ремонтируют. Если какая-то там дырка, вот такие вот получаются пластиковые штуки, пластиковые. Ну, такие секции, их сразу же подремонтируют. Под нами вода. И вот там вот в дырке прямо видно, вода бьется. Так хорошо вечером. Слышно прибой. Вон Семен спускается. Не надо ходить по лестнице, кто не хочет. Ребята прибирают, моют. Вот я даю карточки здесь на полотенце. Карточки. Towel card. И Сёма сейчас сбегает. Сём, возьми, мы полотенце с тобой забыли взять. Towel card. Две штучки. Полотенчику. А я пойду покажу пляж пока. И пальмы, пальмы красиво, очень красиво, шикарно. Вот кто любит песок, пожалуйста, песчаный пляж. Утром такое море прекрасное, спокойное, можно сказать, спокойное. Вот под пирсом водичка здесь у нас везде. И колоритные такие валуны, огромные камни. Я думаю, если вы зайдете... По любой ссылке пройдете Infinity by Елкин Кушадасы, то вот эти камни, они всегда будут на фотографиях. Они высокие-высокие, выше человеческого роста. Но море очень приятное, теплое. Я вам сейчас покажу протяженность пляжа, чтобы вы не думали, что с маленькими детьми здесь будет некомфортно. Нет, здесь достаточно комфортно. Очень хорошо работает персонал, всегда внимательный. И вот такие интересные машинки. Это катера. Молния Маквин, еще белый такой же катер. Водные виды спорта, водные развлечения. Вот такой интересный катер. Видите, машинка. Как будто бы она будет летит по воде. Вот так вот ее ставят. Вот такая вот интересная. Еще такая же из белая. На двоих. Два сиденья. Ну, уже не новая машинка, но очень такая достойная тачка. Вот такая. У вас есть шанс прокатиться. Ну, и вот такой вот еще скутер это или что, я не знаю. Послушайте море.
звуки воды. Очень красиво, очень так хорошо успокаивают. Сейчас я вам покажу, вот где солнышко уже проникает. Давайте посмотрим. Мелкое достаточно. Вот я захожу в воду. Вода чистейшая. И вы знаете, песок, он золотой. Ребята, здесь просто какое-то золото, а не песок. Такие песчинки. Попадаются как будто бриллиантовые песчинки. Деткам идеально. Не верьте, кто говорит, что только обрыв, что только лестницы. Нет, достаточно протяженный хороший пляж. Все, на этом я хочу закончить такой мини-обзор по отелю, по пляжу. Еще раз напомню, отель называется Infinity by Елкин, Куша Досы. Но я с вами не прощаюсь, буду вам еще снимать.